представляем вашему вниманию материнскую плату от компании BioStar модели H61MGC. Форм-фактор данной материнской платы Micro ATX, физические размеры которой составляют 226 на 185 мм. Сокет 1155, который поддерживает такие процессоры, как Intel Core i7, i5, i3 второго поколения. Данная материнская плата имеет 2 слота для оперативной памяти DDR3 DIMM, а частота от 1066 до 1600 МГц. Максимально поддерживаемый объем 16 ГБ. Аудио данной материнской платы – шестиканальный звук. Слоты расширения такие, как 1 PCI Express 3.0 и 2 PCI слота. Из внешних разъемов материнская плата имеет такие, как 2 PS2 для клавиатуры и мыши, 4 USB 2.0, 1 DVI, 1 VGA, 1 RJ45 для подключения сетевого кабеля, а также 3 аудиоразъема. Данная материнская плата не имеет встроенного видео, однако видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. Из внутренних разъемов данная материнская плата имеет такие, как 1 для принтера, 2 разъема USB 2.0, 4 разъема SATA 2, 1 передний коннектор аудио, разъем передней панели, разъем процессорного кулера, разъем вентилятора корпуса и разъем последовательного порта. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.